На иконе, именуемой «Воспитание», Божья Матерь изображается с предвечным младенцем, сидящим на ее левой руке. Правая рука Христа простерта вверх, к лику Пречистой Девы. До 1917 года святой образ помещался в Казанском соборе на Красной площади, но после его разрушения был утерян. Сейчас там находится список с чудотворной иконы, прославившейся по всей России своими чудотворениями. Название иконы говорит само за себя. Перед ней родители молятся за своих детей, прося у Пресвятой Богородицы взять их под ее покров, послать им разум и наполнить сердце премудростью. Также до наших дней дошла и краткая молитва этому образу. «Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему пречистое небесному покровительству». О, Пресвятая Владычице, Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад, всех отроков, отроковиц и младенцев, крещенных и безымянных, и в чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и послушании родителям. Умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их материнскому смотрению Твоему, яко Ты си божественный покров рабом Твоим.